Дуговец. Эй, братка. Сергей Лохматый. Эй, Лохматый. Ты как там? Сейчас приду. Повалили. Ливер вылез. Там опять у кого-то ливер вылез, короче. Да нет. Кипер пошел. Что за жесть? Что, да. Раскудахтались. Гондурас! Давай. Смотри, смотри. Не видит меня. Не видит меня. Хаца! Ирон перелетел через стол и по всем традициям фильмов с Джеки Чаном. О, чувак, спокойно. Спокойно, спокуха. Ни хера его там. Всем доброго времени суток, друзья. Меня зовут Валерий, и мы с вами продолжаем проходить Сталкер Тень Чернобыля. Итак, здесь мы, по-моему, совсем разобрались. Все 5-5-5-5-5. Короче, Что я решил? Меня уважаешь, уже не бывает. Здесь из работы, в принципе, как бы у бармена и у Сидоровича, короче, у них, я так понял, задания, они, ну как, наверное, бесконечные, что ли, там, они генерируются там постоянно, одно и то же, вот. И я решил пойти все-таки, ну, так, кстати, подрочек, я заберу еще. Хороший был сталкер. Пойти все-таки по сюжетке. По сюжетке. Как оно? Вот. Подходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Так, 200. Ты меня уважаешь? Иди. И что же оно за вжигатель такой? Правду о нем оставляю? Говорят. Так, заберу, короче, один прицел. Потому что мы пойдем с вами сейчас, получается. Так, надо спасти Дуговца есть. Найти документы в подземной лаборатории. Окей. Пойдем с вами к подземной лаборатории. Подходи, вот. Сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что интересное. Ты меня уважаешь? У нас получается, короче, свои Дуговца это... Ну-ка. Это вот здесь. Не тормози, мужик. Моя Нель. Информация может тебе пригодиться. Вот в лабораторию. Забрать у Борова ключ от лаборатории. Боров это вот здесь. Пить как охота. Длинный долбец. Короче, у нас все в одном месте находится. Вот. Так что, мы с вами отправляемся туда. Да. В комментах вы, короче, написали, что к этому, к Ну... Проходи, не задерживайся. В клане вот этой свободы, где мы тогда смотрели-то, помните, оружие там продается. У меня, в принципе, уже накопилось довольно достаточно денег. 133 тысячи. Вот. Должно хватить на эту пушку, короче. Попробуем ее купить, если она еще, если ее еще не продали. Вот. Если, конечно, ее продали, тогда, ну, увы и ах. Вот. Значит, не судьба. Иди своей дорогой, сталкер. Иди своей дорогой, не судьба. Так, можно побегать, ускориться. Так, здесь закрыто деревянными дверьми. Опасные мутанты, анархисты и бандиты. В принципе. Поступ... Все, давайте, ребята. Я, возможно, скоро вернусь. Я так думаю, те документы, которые найдем в лаборатории, мне нужно будет отнести опять в бар. Вот. Так, перезарядка. Наверное, как обычно, выберем двустволку нашу родимую. А автомат будем уже тратить. Наверное, на людей, на всяких. Вот. Думаю так.
Ну, короче, сейчас основная задача дойти до местности, короче, где у нас основное задание, а там уже решим. Не, основная задача, не-не-не, погоди, основная задача сейчас к свободовцам прийти. Да и люди, опусти оружие. Да я мимо прохожу. Так что смысла мне нет опускать оружие. Понятно. Понятно, можно было не убирать, короче. Можно было не убирать автомат, винтовку. Вот эту. Душары стоят. Да! Сейчас все патроны так и страчу, короче. Готов. Все, отлично. Вроде как с ними покончим. Так, а здесь у нас радиация, но вроде как она не должна быть постоянной. Нужно пробежать, не использовать артефакт, в принципе. Или хотя у меня, может, артефакт уже стоит. Или у меня вообще ни одного артефакта не стоит. Они же любят как-то сбрасываться на эти артефакты, короче, с инвентаря. С пояса. Сейчас проверим. Так. Что у нас? Нет, у меня все нормуль. Одного, кстати, не хватает артефакта. Так, при стойкости у меня выносливость, здоровье и удар. Минус радиация, кровотечение у меня убрано. Давай его поставим. Так, у меня походу... Радиэйшн накопилось. Окей. Так, здесь мы были. Здесь мы были. Погоди, а свободовцы вот эти вот, они здесь? Нет, они, по-моему, не здесь. Леха, что кругом радиация-то? Слушай, так, так у меня быстро все кончится. Получается, долговцы, ой, долговцы, свободовцы у меня вообще в другом месте. Ну ладно, допустим, ладно. Возвращаться я уже не буду. Так, погоди, мне это не очень нравится. Так, радиация. Это что у нас? Выносливость, болестойкость, удар. Вот так. Ни хрена ты, смотри, сколько у меня жизни-то сперло. Так, вот эти патроны я соберу. Да, охренеть. Охренеть! Попался. На радиэйшн. Так. Окей, смотрим. Мне вот сюда вот пролезть, короче, сюда зайти. Так, пленный долговец. В первую очередь долговца сейчас спасем пленного. Думаю так, да? Думаю так. Мы вроде тогда, когда-то там, в какой-то серии, короче, мы с вами долговцева одного вроде как спасали. Но он что-то не спасся, нифига. Так. Да, у меня выбрано, кстати, спасение долговца. Так медленно по воде бежит. Прыгает вообще еле-еле. Что за дичь? Так и должно быть. Это все медленно, медленно. Бича, да это и чё? Итак.
Я не знаю, здесь зареспанились эти враги. Эй! Вы зареспанились? Эй! Так. Надо обойти это здание. Ну, в принципе, можно через окошко залезть. Вот так. Так, где там у нас? Откуда? Я тебя видел, чучело. Бляха, кружили, бляха. Так, одного закокошил. Отлично. Бля. Вчера такой рэмбас слышал, рэмбас. Допустим. Так, где этот долговец-то, который, которого надо освободить? Ружишку, патрончики заберу. Эти. Тайники, наверное, блин, я не знаю, собирать, не собирать. Они тоже какие-то бесконечные постоянно появляются. Как-то, знаешь, поначалу как-то интересно, да, тайники, тайники все. Ходить их искать, собирать. Потом как-то это все приедается, знаешь. Будем так, знаешь, тайник попадется, заберем. Вот так чисто их собирать. Они так и будут бесконечно, короче, появляться. Там где-то, короче, шарится. Вот. Так. Мне вон туда, куда-то надо. Где-то там у нас. Ша? Я пошел сюда. Говнюк, а? Ша, говорит, ты куда пошел? Ша. Ша! Ну, где ты вылезешь-то? Кажись. Говнюк, а? Ого, бежит. Ну давай, давай. Еще один. Они, знаешь, такие хитрожопые эти бандюганы. Вот ей-богу хитрожопые. Один отвлекает, другой там с подтяжка чпунь-чпунь в себя. Так, погоди. Так, мне надо, короче, куда-то. Здесь. Хорошо, заберем. Ай, 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 ай! Окейно. Так, долговец. У меня он там. Долговец меня где-то там ждет. Как мне сюда пробраться? За забором. Через здание пройти надо. Стопудово здесь где-то, ну, через это здание есть обход. Вот тяга, она, видишь, она даже без вот тайник Борова, кстати. Этот тайничок нужно, наверное, взглянуть. Борок, потому что по сюжетке у нас. Бляха, и не это, не выйти через здание. Или через окно. Через окно-то можно?
Есть тут дырка в окне какая-нибудь такая мощная, чтобы я мог пролезть? Везде тупики. Ты прикинь? Везде тупики. Так, ладно, хорош. Понятно с вами все. Сейчас мы дырочку найдем. Забрал? Забрал. Так, не мешать. Так, это я заберу. Сейчас мы где-нибудь дырочку найдем. Сейчас мы где-нибудь вылезем. Ай! Ладно, нормально. Пишу, и все отлично. Пройдем просто сейчас. Через главные ворота, наверное. Умный в гору не пойдет, умный в гору на пролом, как говорится, да? Так. Как-то надо. Вход-то есть какой-нибудь еще? Опа! Долговец. Эй, братка. Сергей Лохматый. Эй, Лохматый. Ты как там? Сейчас приду. Кто-нибудь, помогите! Да я иду, что ты, блин? Не кипишу, сейчас все будет. Сейчас все будет. Мне только надо дырочку вход найти. Меня порешат скоро. Да не порешат, не ссы. Так. Где ж тут войти-то можно, а? Ты можешь сказать? Эй, друг, помоги! Я разведчик долго, помоги выбраться. Так, постараюсь. Понятно. Он бы хотя бы сказал, где тут вход какой-нибудь. Двери-то здесь мы не умеем открывать. Так. А, не открывается. Короче, получается, знаешь что? Получается такая беда. Надо все-таки здесь пролазить. Беда, беда. Может, через это вот... Он прыгает вообще еле-еле. Там не запрыгнуть нифига будет. Поен тому, надо искать проход здесь. Поле. Здесь мне не выбраться, да? Ну-ка. Аллилуйя, хорошо. Получилось. Так. Сказал бедняк. Херачих, херачих. Отлично. Захерачил. Должен быть какой-то проход, короче. В любом случае здесь, через низ. Наверное, где-то, короче, через подземку какую-то. Вот здесь.
Вот я тебе кричу. Хрен? Эх. Дичь. Эй, блин, заключенный Долговец, как к тебе пробраться? Яма. Так, ладно. Мне надо как-то вот вон туда. Так, окей, нашел дорожку. Какую он-то? Толку только. Наверх через верх, может? Ну-ка. Наверное, да. Через верх он там сейчас. Как пролезу, как пролезу. Как надеру там задницу всем. И... Опа! Фига они там гурьбы такие. О, Тас! Там труп. Ша! 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 Давай, Ша! Покажи мне свой Ша! Оп! Оп, 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 оп. Просто сука, 5 выстрелов в ласку. Я там просто. Мочево. Здесь пусто. А во. Волыны к бою! Да? Повалили! Ливер вылез! Там опять у кого-то ливер вылез, короче. Меня добивает эта фраза. Опа! Ливер вылез. Так, здесь пусто. Мне надо, короче, вниз спускаться. Вот. А я как раз, получается, это вот это вот, вот, вот оно, вот это вот здание. Мне просто надо в подвал. Я так понимаю, да? Где мне тут вообще залезть? Как я здесь вообще залазил? Там я прошел. Что за жесть? Что, да. Раскудахтались. Гондурас! Давай. Гондурас. Ой! What the fuck? What the fuck, motherfucker? Ни хрена они там. Ну-ка, где вы? Вали, почему они говорят во множественном числе? Я же всего один. Блях, не нужен мне этот автомат-то, нахер он сдался? Да, разрядите, выбросите. Вот я его заберу. Так, вот это заберу все. Отлично. Твою. Так, где-то тут. В соседней комнате, наверное. Не? Отлично. Бляха, зря я по этот автомат трачу здесь в помещении. Лучше бы с этим. С ружьем ходил. Но уже смысл, у меня всего там 39 патронов, это вообще ни о чем. Так, вот здесь, наверное, за стеной сидит.
Хера, он такой бронированный, ты видел? Ни хрена. Ни хрена, не ждал. Не ждал, нежданчик прилетел. Не ждал, что меня так это... Сейчас раскромсают. Так, где я тут сохранился? Ага, все отлично. Так, вот здесь за углом. А ну-ка, погоди-ка. Не дал мне провернуть аферу. Давай. Ай-яй-ай! Ты как он там сзади-то очутился? Как это? Как это сзади? Нифига, я ж проверил эти комнаты, никого там не было. Как он сзади? Так, ладно. Сейчас мы сделаем так. Ну-ка. Бандюгади. Сзади где-то. Ай-яй-яй. Консумир, детка. С той стороны. Тут они нигде не пролезут. Сзади. Там стены. Если только через стену. Понятно. Спать. Детское время уже вышло. Давайте. Оп! Оп! Очуметь! Прям как в «Братья 2», да? Ништяк. Чё это? Полковнику никто не пишет, чё. Саундтрек вставить. Чисто будет. Братва. Братва. Почему это? Видел? Я когда развернулся, короче, я хотел убежать, да? А он это, пешочком такой пошел. Он хотел пафосно уйти за угол. Не получилось так, да? Второй раз. Окей. Так, они где-то там, да, сидят? Ну, мы сейчас сделаем вот так. А, они вон там сидят. Чё-то... Отлично. Обоссались? Обоссались? Ай-яй-яй-яй-яй. Тут тоже приближает вам. Почему он не трехствольная? Ну где ты заныкался? Я вообще-то перед тобой где-то заныкался. Ух ты, нифига его там заколбасило. Че? А, вот ты где. Эй, ку-ку. Это Боров, ёпта! Это Боров, ёпта! Найти документы подземной лаборатории. Я думал, надо будет с ним... Ну и рожа у него. Я думал, с ним надо будет это, разговаривать там, туда-сюда. Я его, короче, просто пристрелил. Под шумок. Ну ладно. Так. Все понятно, это все ясно. Забрать ключ у Борова, окей. Выбраться с базы бандитов, найти вход в лабораторию. Короче, теперь нужно спасти долговца. Есть вариант, что он мне, может быть, поможет. Так, где он? Он в подвале. Там, по-моему, не в толчке, а просто в подвале. Рядом. Вот и выход.
Вот я нашел. Мне надо, короче, спуск вниз найти. В подвал. Возможно, он здесь где-то. Смотри, смотри. Не видит меня. А? Не видит меня. Хаца! Иран перелетел через стол и по всем традициям фильмов с Джеки Чаном. А, вот оно получается место. Так, так. Чисто, чисто, все пусто. Видал, сколько бобра? Добра. Бобра. Эй, Долгвис, ты здесь? Гади. Монус 3. Все, ништяк. Ты здесь? Хера. Чего? Уилкан. Так, это хорошо. Ох ты! Чпунь, 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 чпунь. Так, есть еще с добра? Тут автоматы. Надо. Что у нас там по броне вообще? Так, у меня вот так вот. А это у нас как? Эро-ва-100. Выбросить. Выбросить баночку заберу. Так, здесь еще у нас? Здесь у нас патроны. Хорошо. Здесь что? О, ништяк. Так, граната. А там пусто, да? Ну ладно. Кусочек бинта. И здесь все пусто. Окей. Так, ух ты, нихи. Вот это сокровище. Это я все заберу сейчас. Бляха, опять перегружен. Просто от сердца отрываю. Просто от сердца. Ладно, хотя бы 10 бутылочек-то можно оставить. Ну ладно, все отлично. Леха, просто посмотри. Ты просто посмотри. Ты посмотри на это. Пипец. Так, а это, оказывается, не то место. Где у нас Долгвиц-то спрятан? Видал, вот на водку посмотрел и сразу проголодался. Наверное, здесь. Вон в клетке сидит. Чинпочином, все отлично. Здорово, чувак. Эй, сталкер, помоги! Открой эту чертову клетку! Пульт управления находится на стене. А, на стене? А, во. Нихера себе здесь такая система. Жесть. Че, говорить-то не будешь со мной? Спасибо, друг! А, во. Я твой должник. Спасибо, брат, я теперь твой должник. Смотри, что я узнал. Может пригодиться, мало ли. Буров, это у них заводило. Припас у себя много всякого добра. Есть у него часть ключа от подземелья на старой фабрике. Охранники мои трепали, что там раньше какая-то лаборатория была. Только пробраться к Борову нелегко. Да я уж пробрался. Я уж сюда. А, пора выбираться к своим. Хорошо бы отсюда живым выйти. Что там у тебя? Надо тебе что? Подогнать тебя, чё, нет? На, ежа забери. Радиации там много, может пригодится. Ну давай, бывай. Ну давай, бывай. Мне, кстати, в принципе, туннель. Так, что за туннель? Это... Туннель это, наверное... Вход
какой-то. Так, вход в лабораторию. Возможно, через этот туннель, нет? Ладно, подойдем к лаборатории. Пойдем в сторону лаборатории нам надо идти. Так, туннель там обозначен. Ладно, понятно. Ты за мной будешь бегать или что? А, да? Он за мной будет бегать? Нормально, что. Так. Там столько оружия, короче, где-то валяется тут везде. Можешь подобрать, пострелять. Разрешаю. Смотри, он за мной будет бегать, да? Вон здесь, короче, оружие где-то было, вот. Пистолет. Иди бери. Вот, пистолет здесь есть. Надо тебе? Так. Че, пистолет нет? Скажи, еще я тебя прикрывать должен. Пистолет он там взял, подобрал и стреляй сам. Так, ладно. Мне надо выбраться. Самому отсюда. Где-то я здесь видел. Опа, смотри, там бегут. Он телепортировался, видел? Мистика какая-то. Чувак взял, просто сам телепортировался. Ты видел, да? Ладно. Так. Я так полагаю, вот это вот, вот он туннель. Все отлично. Найти вход в лабораторию. Ништяк. Пойдем искать. В этом туннеле добра никакого, да? Подсать можно. Лучше здесь поразить вкладыш. Так, ладно, вот здесь надо вылезти. И идти в сторону... лаборатории. А, я ж перегружен, да? Я думаю, что я так быстро устаю. Ну-ка, адреналинчика бахнет. Так, вот здесь надо аккуратно. Здесь в любом случае либо бандюганы какие-нибудь, либо еще заброшенная типа фабрика, говорит. Вход в лабораторию. А вход в лабораторию по-любому через канализацию. Через что еще-то? В любом случае через канализацию. Пустой тайник чей-то. Нет? Я же говорю, бандюганы здесь. Один. Откуда там? Волыны к бою! Сколько там волын-то?
Ёха! Заклинило. Как всегда, не вовремя, падла. Как всегда, не вовремя клина дал. У меня опять, короче, это... Веб-камера куда-то вверх упала. Жесть, наверное, пол видоса, да? Пол видоса, наверное, камера куда-то вверх смотрела. Жесть. Ой. Жесть. Не знаю, как поправил, как поправилось. Опять падает наверх. Гата. Вот так. Не знаю, как там. Поправилось, не поправилось. Будь как будет. Будете смотреть потолок. Вместо меня. Тихо, тихо, пацаны. Давай. Не убил. Не убежишь от меня. Не убежишь. Так, вот здесь их много, да? Вот, наверное. Хотя, ну-ка я пистолетом сейчас. Арабы недоделаны. Бежать. Ох ты, просто хедшоты. Просто хедшоты выдаю. Так, где-то, короче, непонятно. Наверное, куда-то в подвал надо. О, здорово! Где-то, короче, надо это, в подвал спускаться. Яха промазал. Ухо ему, наверное, отстрелил. Все, никого там. Чувак, спокойно, спокойно, спокуха. Нихера его там завертело. Так. Там на горизонте больше никого, никого. Бляха, перегружен. Съем тушенки. О, тушенки съел, сразу сил прибавился. Так, ладно. Значит, больше ничего не берем. Ну, там была это. Кстати, вход, наверное, вот здесь где-то. Вот стопудово, я тебе говорю. Стопудово, я тебе говорю. Так, пистолета нахер. Стопудово, я тебе говорю, где-то здесь. Здесь внизу где-то. Ну-ка, покажись вход. Нет? Я обознался, что ли? Не может быть такого. Где-то внизу. Чё там? Беру. Тихо, Макарёк. В шкафчиках тут, наверное, добра. Закройся. Будет заперто. В шкафчиках добра, как всегда, нет. Оба. Ну-ка. Покажитесь. О, вот спуск. Я нашел. Нашел вход в лабораторию. Скорее всего. Вам. Твою. Так, 4 патрона у меня. А чё, у меня в обойму 3 патрона только влазит, что ли? В смысле? А вот и вход в лабораторию.
Жесть, как она есть. Так, надо вооружиться сразу, посмотреть, что у меня там, короче. Здесь. Да ни черта у меня. Ни патронов, ни хера нет. Ну ладно. Найти документы подземной лаборатории. Охренеть. Охренеть, куда лезу? Высокое напряжение опасно для жизни. Вот. Видос у меня подошел к концу. Подходит к концу, подошел. Лифт. Лаборатория даже не похожа, да? Вот. Я как раз перегружен. Ну, давайте вот так вот здесь вот так вот закончим, короче. Вот. Чисто лабораторию исследовать, там проверять, смотреть, искать документы. Будем уже в следующей серии. Я думаю, будет страхово. Жутковато и страхово. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте, подписываемся на Инстаграм, комментируем. С вами был Валерий. Всем пока.